Вологде, кстати, в доме актера выступаю, и человек, который снимал этот концерт, говорит: Андрей, говорит, прихожу к своему шефу на телевидении, говорю: дай камеры, сегодня у нас Козловский в доме актера выступает, поснимать. Говорит: конечно, бери. Минут через 20 врывается ко мне, говорит: он что, я жив, что ли? Так что пою романс, такой я сам написал его, и пока пою своим голосом, а дело в том, что я боюсь просто, когда у меня кончится это все гормональное блуждание, вот, то я, может быть, и научусь петь нормальным академическим голосом, уже бесчеловечным таким. Сейчас пока пою своим. Когда запою этим бесчеловечным, все, со мной можно в любой горный поход отпускать жену, например. Пока не надо. Белое облако, серая тень падает в поле, давно опустевшие скажут: добился всего, что хотел. И возразить бы, да нечего, нечего. Правды вчерашней слабеют огни, нынешней веры возможности скромные. Жизнь разобьет нас, нам мы и они. Вспомнится злое, забудется доброе. Горькие спутники, долгие дни, мысли печальные, листья осенние. Мы не одни, даже если одни, и в одиночестве нет нам спасения. Строим, как в детстве, дворец из песка. Вот и уходите, жаль, вы мне дороги. Время снежинкой коснется виска. Вспомнится злое, забудется доброе. Слышишь, раздался последний звонок, зритель уйдет и опустится занавес. Кто-то остался и ждет за окном, а ради него я попробую заново. Будто бы яблони вновь расцвели, будто бы птицы опять возвращаются. Вот уж и я исчезаю вдали, вот уж другой в той дали появляется. Будто бы яблони вновь расцвели, будто бы птицы опять возвращаются. Вот уж я исчезаю вдали, вот уж другой в той дали появляется.